Всем привет, с вами Санлик. Что, продолжим парк юрского периода, эволюция, да? Как вы помните, в прошлый раз нас динозавры отодрали во все щели, да? Сейчас попробуем отыграться, восстановить все. Мы откатили назад. Сейчас я попродаю он уже. Попробуем сделать по-другому. Мне нужна денежка. Изучить лекарства. Потому что если они начнут болеть, нам нужна денежка. Вот, лекарство хотя бы первое, да, на 550 кассиков стоит. Что мы сейчас будем делать? Попробуем. Попродаем динозавров. Вот этих. И вот этих вот троих, да. Попробуем вытянуть немножко на диплодоке и на мелочи, по мелочи, да. Дальше посмотрим, потому что по-другому я не знаю. Они сейчас начнут мозги парить, начнут все сносить, делать убытки, шторм налетит и все. У меня не будет денег ни на ремонт, ни на что. Вот. Два, первый. Поехал. 74. Второй. Поехал. 73. Да. Теперь. Ребятушки, давайте, где вы? Один. А где еще тут один? Где еще один? Ах ты жук, твою же. Видите, что делает? Не туда, не туда, не то, не то. Мудень. Добавляем в список. Да. Нет. Ехай. Ремонтируй. Состояние добавить задачу. Актив воздух поднялся. Сбили вы меня, ремонтируй, езжай, давай. Вот, на продажу, поехали, полетели. По-быстрому. Вот так вот, попробуем сейчас денег немножечко отбить, да? У нас, конечно, упадет. Что не так? Ты едешь ремонтировать, где ты? Вот. У нас, конечно, сейчас упадет. Давай. То они мне сейчас начнут тут. Назначаю дополнительное задание. Вот, впарим вас, да? Что у нас тут? Ага, окаменелости приехали. Хоть немножко денег продать. Изучить. Извлечь, да, еще продать 200 кусочечков, да, извлечь ДНК, извлечь, давай отправим экспедицию, пока денежка есть, давай вот сюда, и тут где-то еще был, поехали, привезите мне, ребята, что-нибудь, а, денег надо. Диплодок у нас спокойный, пацан. Сейчас попробуем пропетлять немножечко. Ну, долго вы что-то летите. Ну, ты мудила, ну ляньте на него. Ну, что ж ты делаешь, а? Что ж ты? Морда ты полосатая, а? Что ж ты мне заборы-то ломаешь? Водички попей. Ночью, лобовиной. А нет, ты так даже. Ну давай, усыпляй быстрее. Есть, давай, и задачу мы тебе еще одну дадим. Вот этого полудурка давай сразу. Давай, ну. Так, ушел, уехал. Бабки, где мои бабки, чувак? Ч
Чувак, вот еще один, да? Все, поехал огородами, пацан. На продажу. И куда ты текаешь? Глянь, ну щегол. Где ты? Выходи. Где ты? Ага, тебя еще не это. Вот ты вдоль забора, да? Ну ты и шнырь, да? А ну. Майозавр, да? Майозавр. Ну. Опа. Все, и ты шнырюга. Поехал, поехал. Перевозочки, да? Сколько нам за тебя дадут? Денег. 98 тысяч. Отличненько. Дела порешали. Значит так. Денежка 700 туда поехала. А, что у нас? Окаменелости приехали, да? Что у нас? 18 тысяч. Ну, вот, 320, спасибо. Почти как у меня. Извлечь ДНК, конечно. Да, еще 40 тысяч. Да ладно, чего ты так думаешь, что я не достигну твоих высот? Ну что ж ты так несерьезно ко мне относишься? А вдруг у меня все получится? Вдруг я умею? Поехали дальше. Экспедишн. Отправить. Нам надо еще купить одного диплодока. Я не понял. Ты... А, они сейчас извлекаются только. Помчали, да? Нам надо денег. Денег, денег. Денег на то, чтобы... Купить еще одного динозаврика. Хотя бы диплодока еще одного купить. Да, он не нервный. Апатозавр. Да, 131 рейтинг. 140. У диплодока 143. 781 тысяча, да, стоит? Простите. Динозаврики мои, да? Кормушка у тебя простая, да? Дипло, на тебе, братанчик. Ты у меня единственный, угробить тебя не хочу. А где у нас смотровая есть? Вот сюда мы тебя поставим. Иди кушай, дорогой. Иди, иди. Денег понты осталось, но ничего. Где ты? Сюда прошел, да? И какой красавец. Ходит, бродит себе. Как у тебя? Здоровье 67, да? Комфорт. Ты у меня болеть скоро будешь? Братишечка, не надо так. Давай мы тебя подлечим. Подтверждаю задание. Отличненько. Не болей, 66. Ты мне нужен здоровый, ищет еду. Я ж тебе кормушечку поставил, братанчик. Ну давай, ты можешь, ты умеешь, а ну. Давай. Давай, пойдем, пойдем. Да, для тебя там как раз. Глянь, какая вкусная, а? Все, как ты любишь. Ну, что у нас тут? 40. Обалдеть просто. А, и они еще не все привезли. И что мне делать? Что мне делать? Ладно. Денег нет. Денег нет. Ну, ты идешь? Сейчас посмотрим, как он ест. Длинный, ты куда? Вон же ж кормушечка. Вот, да, вот она. Лень, какая вкусненькая. Все для тебя. Ну? Давай, дорогой мой. Ай ты мой хороший. Кушай, есть надо. Сейчас мы тебя еще подлечим, так что все будет замечательно. Все будет великолепно.
Ну, лечите пацана и не отвлекайте, пускай поест. Будет кидаться на машину. 72. Это вы типа его подлечили или что? А я думал, сейчас хвостиком как притушит. Ты покушал, да? Что-то у меня здоровечко опять падает. Денежку. Ну давай этот. Будем выбираться с убытков. По крайней мере, 4000 расходы. Печально, печально. Ну что поделаешь? Что у нас туда? Болезни. И что, не так? Самое верхнее, что ли? Странно. Денег нет. Денег нет. Печалька, печалька, да? Эх, а что нам тогда? Ну, раз там... Чё, мы снесем тогда его? Развернуться, то немножко путаюсь, оно. Сюда. Загон, да? И что нам тогда? Строптобобрика этого перетарабанить? А ну сможем его присыпить? Хватит нам денег. Сейчас мы его туда перетарабаним. А это все продадим, да? Заборчики, дорожку. Докупим там немножко. Динозавры, динозавры. Готов, да? Сейчас мы его перевезем. Пацана сюда. А здесь мы сейчас продадим, да? Нам нужна денежка. Значит, так. А вот и денежка пошла. Да, ворота. Сбагрить. Вот, отличненько. Вот, место сколько освободилось. Кормушечку это тоже мы продадим. Прозевал я. Глянь, сколько денег насобирали. Сейчас мы купим еще одного диплодока. Поставим еще одну кормушечку. Давай, иди сюда, дипло. Давай, вывесим. Вывесим, выведем тебя. Сделаем, значит, так. Мы сделаем смотровую. Где ты? Так, пойдет? Не. Наверное, лучше здесь. Только мы ее развернем. Вот так. Дорожку сейчас мы поставим. Ничего страшненького. Пойдем сюда. Вот так вот оставим сюда и отсюда. Вот сюда, отлично. Там кормушечка есть. Это есть еще один диплодок покрытие. Да, нам надо убежище. Здесь есть одно.
Что у нас 10к? Да, сейчас отправим экспедицию. И вот сюда. Что по деньгам? 164, да? Оставим сейчас, посмотрим, что приедет. И будет прибыль от заведения для гостей, да? Пятнашка, выпустить динозавров. 6, сейчас еще одного сделаем, да? Прибыль от заведения для гостей в минуту. Отличненько, посмотрим, сейчас диплодок у нас доделается. Что, я что-то ставил? Не, скорость инкубации, шанс на успех, расширение инкубатора, да, отлично. Что ты, Дипло, бродишься, красавец. Чё ты у нас? Здоровье 100, отлично, комфорт 100. Братанечка, иди покушай. Вот мы к вам еще маленького кренделя привезли. Шнырика будет у вас тут тусить немножечко. Потусим. Он поскакал, да? Опа, опа. Шустрый. Ты к дружбанам, да? Прибыль в минуту, минус 2, да, печаль, печаль. А что пошло не так? Ну, что не так? Сейчас посмотрим, сильно бабки будут падать. Или это временная ситуация? Минус штукарик в минуту. Погнал отъедать. Ну, сейчас диплодок все у нас порешает. Подождем братишечку, да? Далеко ходить. Потом мы сделаем монорельс. Перетянем, протянем сюда. Здесь поставим гостиницу. Сделаем доброе дело. Все отлично. Минус 4. Да ладно. Прям настолько вы меня. Так, платина. Ну, хоть вы радуете, ребятки. Да, извлечь. 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 Давайте отправим еще экспедицию. Поехали. Денежка есть у нас. А чё не так? Что за проблема? Из-за того, что гости так далеко чухают, да? Нам гостиницу надо в срочном порядке. Ну, что ты, мой дорогой, порадуешь меня? Ну, давай, давай. 96. Я знаю, ты немножечко дашь мне шансов на выживание, но... Сейчас мы на тебя посмотрим. Ай, красавец, выходи. Давай, давай, ну, ну. Ляпота. А вот и буря, да? И сейчас она мне что-нибудь... И вспышка болезни. Ну, обалдеть. Вовремя я качнул. Ну давай, мой хороший, оно. Ну. Дамы и господа, в связи с уточнением прогноза погоды объявлено штурмовое предупреждение. Давай, давай, ну. Новый жизнеспособный геном. Мутабурозавр. Ай, красавец. Значит так, кто у нас приболел? Сейчас мы тебя вылечим. Сейчас мы тебя вылечим. Для лечения требуется исследование бактерии сальмонеллы. Обалдеть. Ты у меня сейчас, короче, это, да? Давай сделаем так тогда. Мы тебя усыпим и продадим, чтоб ты... А какой из них? Интересно.
Интересно, что ты других не штормовое предупреждение, да? Развернем. А с какой ты стороны идешь, а? Дружище. Я надеюсь, ты мимо пройдешь хоть немножко, не поломай мне ничего. Денег-то у меня нет. Окаменелости приехали. Во, бабки, бабки продать. Так что, аполизированные окаменелости, да, еще 120 кусков. Извлечь, извлечь. Палладий, отличненько. Новинка окаменелости. Членостоногих. Членосто, да? Отлично, отличненько. И что, еще одно заболевание? Да ты прибалдела. Да ладно вы что там, парой, блин. Уйдите от здоровых динозавров, вы. Че у меня по прибыли? Десяточка, да, денежка есть. Надо еще какого-нибудь динозаврика. А давай лучше по-другому сделаем. Динозавры динозаврами. Гости. Какой прекрасный. И песенка моя. Вот, вот здесь мы сделаем. Отличненько так. Вот так. Какая красота. Ляпота просто сейчас. Все пойдет, что по электричеству. Что у нас по электричеству? Еще третье. Да ладно. Ну вы чего, пацаны? Без проблем. Вы что, мне реально хотите просто это? Где еще? Да, надо денег. А, тут еще. Давай. Сальмонелла, да? Интересно. Интересно, интересно. Отравление водорослями. 675 тысяч. Ну, собираем на нее. Забирайте, ребят. Да, теперь и вот этого. Актив перевозят, отлично. Что у нас по финансам? Чирик, да? Поехали. Денег 27 тысяч, да, сейчас еще уйдет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, мама, ой. Да ну ничего, сейчас мы как-нибудь выкарабкаемся. Да ладно, и ты туда же. Четвертый Дрококо, ну ты чего? Пацаны, ребятки. Здание достроено. Минус 12, да? Количество людей 420 сейчас. Что-нибудь придумаем. Или в жопу влетим, да, просто. Что у нас здесь? Центр исследования. Ну что, ребята, на этом будем заканчивать. Придется что-то попродавать. Что-то сделать. Увидимся всем в следующей, да? Увидимся в следующей серии. Всем удачи. Пока.